Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если вы живете в Украине или в подобной стране, в которой ценник довольно интересный на это предложение, то вам очень сильно повезло. Пишите в комментариях, какие цены в вашей валюте у вас в вашей стране. Потому что у меня, допустим, заходя через Steam, данное предложение стоит целых 12 баксов. И понятное дело, что за 12 долларов, ну не в жизнь, я бы не купил бы себе всего лишь 2500 золота, 2340 осколков фортиума, пускай даже годных, но все же 3 контейнера бомбически и мистический сертификат, из которого что-то может выпасть. А вот так предложение выглядит на моем экране телефона, там где цена у меня отражается не в долларах, а в гривне. И за 100 гривен, ребят, в переводе по курсу, это получается, грубо говоря, 2,5 доллара, я получаю 2500 золота, а это уже идеальный донат в нашей игре, когда 1000 золота равна 1 доллару. А в нагрузку к этому всему я получаю мистический сертификат, из которого может что-то мне выпасть. Точнее, не так, мне однозначно что-то выпадет, главное, чтобы повторений не было. Ну и плюс к тому, если будет повторение, то я получу компенсацию. Да и еще я получаю 3 контейнера бомбически, которые глобально показали себя довольно неплохо. И на твинке мне из него выпало довольно неплохо. Правда, на основе не повезло, но факт остается фактом. Было огромное количество комментариев от ребят, которые сказали, что из этих контейнеров подоставали себе машины, которых у них не было. Если бы у меня была возможность задонатить в игру, если бы я мог позволить себе финансово приобрести данный набор, я бы обязательно это сделал. Для меня 2,5 единицы в долларах, а именно 100 гривен, это действительно очень существенная сумма. Может, для кого-то это смешно, но по правде я собираю каждый месяц на оплату интернета для того, чтобы снимать видео и их выкладывать. Соответственно, для меня каждая сотня, она действительно на счету. Но если бы у меня была такая финансовая возможность, ребят, я бы обязательно ею воспользовался и приобрел бы себе данное предложение. Если вы донатите и если вы хотите получить выгодный, качественный донат и сделать действительно покупку, которая сочетает в себе великолепное, идеальное сочетание цены и качества, то обязательно обратите внимание на данное предложение и, возможно, ребят, цена в гривне поменяется. Поэтому лучше сделайте это быстрее, если периодически вкладываете реальные деньги в свои аккаунты. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.